Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас 5 января, начало года 24-го, и мы находимся в теплице, здесь в гостях у Ихласа. Мы сеяли 22 ноября, они 30 ноября посеяли семена в рассаднике. Почему мы сегодня показываем и рассказываем? Вот все это мы сеяли огурцы, один и тот же сорт, и с досветкой. А здесь вот эта теплица без досветки. Как правило, таких теплиц у нас на юге много, но большинство из них без досветки. И поэтому вот на зимний период вы можете сравнить реально, вот как получается. Хотя вот они посеяли на неделю позже. Вот в данный момент огурцы у них, вот посмотрите, первый, второй, третий лист настоящий, выходит семидольки. И высота вот где-то сантиметров 12-15 сантиметров растения. Здесь как у нас мульча есть, как положено, конечно, вот уже тепло идет. Ну и теплица хорошо отапливаем, потому что если температура ночью 18-20 не могут держать, огурцы лучше не сеять зимой на зимний период. Лучше перейти чуть попозже, когда сможете держать температуру, потому что очень чувствительные огурцы к стрессам. Если хоть один стресс он температурный ловит, может недели два отходить, смотря какой, конечно. Ну и мы, конечно, покажем и сравним те огурцы, растения, которые посеяны были на 8 дней раньше, грубо говоря, на неделю, но выращивали рассаду с досветкой. Ну, сейчас мы находимся у нас в теплице, где посеяны были тот же сорт, посеяны были у нас 22 ноября, но с досветкой. Высажены были где-то с 13-12, получается, декабря, и сейчас у нас сегодня 5. То есть, вот, как вы видите, уже сейчас вот эти уже корнишоны пошли, огурцы. Есть где потеплее места, там уже покрупнее, но к концу той недели, через неделю, грубо говоря, уже начнутся сборы. Ну, чтобы получить такие вот ранние сборы, в этом году, как вы знаете, очень пасмурный год, поэтому огурцы вот чуть-чуть между узлами кое-где вытягивается, света не хватает, но тем не менее. Разница, то, что мы вам показывали вот буквально перед этим, там 8 дней, они раньше, мы раньше посеяли, ну, с досветкой, они на 8 дней позже. Ну, разница, как видите, очень большая. Там только вот все, процесс начинается, здесь уже сборы начинаются. Это о том говорит, хотя пленка, термос, все есть. То есть досветка, это тоже очень большую роль играет. Соответственно, подкорм и все остальное. Температурный режим и также регулирование, обмен воздуха должен быть хороший. То есть тут нету мелочей, вот это каждая из этих играет свою роль. И в результате, если все правильно делаете, вы можете так получать тоже ранние урожаи.